года. Слушай, я всегда люблю задавать себе вопросы. Я не задал вопрос позавчера. Скажи, во Владивостоке, в принципе, как? Отлично. Но дома лучше. Спасибо. Спасибо, Володь. Что со мной? Интервью небольшое. По итогам игры. По игре вопросы, пожалуйста. По какой, да, по какой игре? Да. Можно? Да. Все, Коль, давай уберем тебя. Что у меня? Да. Что-то было, да? Спасибо, да. А меня не видно, мне пофиг, я могу тут вообще голый стоять. Чуть-чуть его. Давай. Да. Итак, Николай, вообще, насколько тяжелее играть, чем в хоккей, или легче? Да, нормально. В чем фишки-то свои здесь? Здесь? Ну, владение мячом, наверное. Руки мягкие должны быть. Почаще такие мероприятия надо проводить? Не, ну часто сильно не надо, привыкнут. Не так будем ждать. Раз в год нормально. Может, два. А кроме вот такого летнего мероприятия, чего бы еще хотелось? Какого общения с командой, может быть, с коллективом «Авангарда»? Бабах! Отлично, Андрей. Спасибо. У меня в туалете я Игорь Яковлев.